Брат Виктор, он оставил большой след в моей жизни. Бог дал такую возможность, что мы могли быть с ним в Африке. И я еще такого самоотверженного, усердного и любящего миссионера не встречал. Так случилось, что когда были там, пару траков, они сломались. И пришла ночь, все ложатся спать. А я вижу, брат Виктор, он собирается. Он собирается, чтобы ночью, когда все спят, поехать и привезти материал на следующую церковь, которую нужно строить. Он говорит, если я сейчас не привезу, вся работа остановится. Я говорю, брат Виктор, давайте я поможу вам. Он говорит, не надо, мы там справимся, вам нужно завтра ехать в село проповедовать. Я смотрю, утро приходит, а он уже опять на ногах, чтобы дальше идти и строить церкви. Я знаю, что брата Виктора очень не будет хватать на этой земле. Но давайте мы будем те, которые этот факел понесем дальше, чтобы еще многим людям говорить о Иисусе Христе. Я знаю, что семье также очень не будет хватать. Не будет хватать такого любящего, заботливого отца. Но давайте мы будем те, которые будем молиться, которые будим поддерживать. Я верю, что сам Дух Святой, Он будет приходить и давать силы, укреплять. И пусть Бог поможет вам, чтобы в конце этой жизни мы все, бывшие верны Богу, встретились там, в небесах. Небеса небес, я стремлюсь туда, в край святых чудес, в тот лазурный край для души моей. Я нашел тебя на земле скорбей. Возношу тропой небеса, небеса, небеса. Возношу тропой небеса, небеса. Со мной Он дает душе и скорбях покой, и сияют вновь небеса, небеса, небеса. Хочу душой каждый миг и впредь пребывать с тобой. Среди бурь земных сохрани меня, чтоб окончить путь не узреть тебя и воспеть хвалу. Небеса, 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 и воспеть хвалу.
небесах, небесах, небесах.